И нам очень важно создать образ врага, который будет отвечать как бы истинному месту. То есть это русские люди, в которых вселился бес. Вот. И мы идем их не убивать, мы хотим, чтобы их переубедить. Но если вы не хотите, чтобы мы вас переубеждали, мы вас убьем. Убьем сколько нужно, убьем миллион, 5 миллионов, хоть всех истребим, пока вы не поймете, что вы бесноватые и вам надо лечиться. И вот самый главный бесноватый у них это Зеленский. Вот это просто бесноватое отродье, такой, знаете, Гитлер 2.0. Гитлер 2.0 с вот этим махровым там национализмом, с вот этой махровой русофобией, как они там режут русню, да, вот женщина перерезает горло. Это же просто, это кровавые, бесноватые, ну, сатанисты, можно сказать. Сатанисты. Ну, если с точки зрения христианской мысли посмотреть. А если светским способом на это посмотреть, то это антисистемники, либералы, потребители, то есть глупые люди. Глупые люди, которые не в состоянии разобраться в том, что происходит. Но они тоже все равно поймут, что уничтожая их руками Россию, они увидят, что они делают с Россией, до них дойдет тоже, даже до них дойдет. Вот, даже до них дойдет. Но нам нужно вот до какого-то предела, то есть нам нужно показывать такую решительность, чтобы они поняли, что несмотря ни на какие усилия, несмотря ни на какие жертвы, мы дойдем в этой победе до конца, мы победим в этой войне.